Мэр разрешил тренерам пройтись по садикам. До церемонии посвящения малышей-футболисты, которая традиционно проводится в нашем городе в начале осени, осталось чуть больше 2 недель. Новоиспеченных нападающих, защитников и вратарей будут поздравлять 15 сентября на стадионе КАМАЗ. А пока региональный центр подготовки футболистов ведет набор детей 2007 года рождения в группы тестирования. Родители могут узнать подробности на официальном сайте спортшколы. А пока тренеры-преподаватели, как это принято у специалистов ведущих клубов, планируют обойти челнинские детсады. Там они надеются найти будущих Роналдо, Акинфеевых и Бекхэмов. Мы обратились с письмом к Василию Гаязовичу Шахразиеву с просьбой разрешить нам отбор производить с выпускных групп детей, с выпускных групп детских садиков. Василий Гаязович подписал этот документ. Сейчас мы составили план мероприятий. Мы приняли на работу тренера-преподавателя и помощника его, которые будут заниматься как раз отбором